Привет, друзья! Сегодня посмотрим винтовой конвейер для разгрузки ЖД-вагонов типа «Хоппер». Он используется для перемещения зерна или других схожих по физическим свойствам веществ из вагонов в зерновозы или муковозы. Устройство состоит из поддона с парой горизонтальных шнеков, которые подают материал к забирающему шнеку в торцевой части. На каждый шнек устанавливаются двигателя мощностью от 1,5 до 3 кВт. На винтовом конвейере есть колеса, обеспечивающие возможность его передвижения. Зерно поднимается на высоту около 1,5 метров. Необходимо после выгрузки материала из ЖД-вагона «Хоппера» поднять его на определенную высоту. Тогда используют шнековые транспортеры. И я хочу показать вам эту пару в деле. Вначале зерно из разгрузчика вагонов переместим в загрузочный бункер, из которого шнековый транспортер заберет его на высоту. Кстати, погрузчик размещен на регулируемой по высоте подставке на колесах. Всю данную технику можно посмотреть на официальных сайтах компании. Ссылки есть в описании под видео и в самом его конце. Приятного просмотра! И обязательно подписывайтесь на канал, пишите комментарии, и если вам понравилось, ставьте лайки. До свидания!